Сначала мы устанавливаем вот эти спицы в горизонтальный вал. Там делается специальный замок. Лопасти между собой, вот эти спицы сращиваются. Потом забиваются вот эти рейки насквозь, сделанные отверстия. К этим рейкам мы крепим доски. И потом уже вот такие прижимные рейки. Устанавливаем все на кованые гвозди, как и было раньше. Никаких тут саморезов, ничего не должно быть. Все как было раньше, так стараемся и делать. Единственное сложное самое это высчитать расстояние между зубьев на окружности, чтобы совпало со второй шестерней, чтобы не закусило, крутилось, работало. Хочется сказать, что это единственное, что сохранилось от этой мельницы. То есть это подлинные жернова, которые еще перевезли сюда в 90-е годы. И они уже долежали до того момента, как раз, когда их нужно устанавливать. Сейчас мы их перевезли, их немножко почистили. И если присмотреться на них, здесь остались еще родные насечки, которые нужно будет еще, ну, как мы их называем, отчеканить, чтобы помол был более качественный. В ближайшее время мы снимем леса. Мы включим подсветку, и мельницы предстанут в новом свете. Это случится уже в этом году, в самый короткий день этого года, 22 декабря. Это я приоткрываю небольшую тайну. А в следующем году будут завершены работы по воссозданию интерьеров. Там их осталось не так много. Но помимо этого будет построена экспозиция. И каждый посетитель, пришедший в музей Семенкова, сможет зайти внутрь мельницы и увидеть механизм.